Три сосны, еще раз повторяю. Да, вот еще интересно, каждый из вас мог бы сказать, что это такое, например, самое простое — материя. Вот вроде бы все, и ленинское есть определение 900. Это какая-то ерунда, данная нам в ощущениях. Вот. О, да. Правильно. Папочка, давай по порядку. А дальше говорят ученые. Давай ощущения у всех разные и так далее. Давай по порядку. Смотри, у тебя есть это самое, как это? Презентация. Презентация. Да. Смотри, вот. Если вдуматься в пройденный каждым из нас жизненный путь. Ладно, это не надо. Не надо. Это не мои связи. Мы начали вот с потерей. Так, хорошо. В 50-х годах я решил посвятить свою жизнь пониманию энергии. Кто-нибудь, выключите жопу. Да. Да. Пусть папа расскажет. Зачем? Хорошо, вот ладно. Вот это я расскажу, а потом ты переходишь к материи. Это папины, это самое. Сначала были, между прочим, стихи. Вон там два сборника стихов лежит, да? Интересно, что они вдруг оказались... В этом самом, где это, в какой, вот Катя нашла где-то. В интернете полно, да, Владимир Гришин стихи. А кто их туда положил? Вы деньги ждать туда? А Сирова и Коля за кем гонялись? Это была политика, но у папы есть и сборник стихов про любовь. Да. Вон он там лежит. Называется «Рифмы сердца». Бах. «Рифмы сердца». Так, давай, а то... Нет, подожди, про твои книги. Сначала папа написал, интересно, вот этих книг 800 страниц, Куба на 400 страниц и «Профессия по наследству». Короче, это практика энергетики, папа считал. Я 37 лет непосредственно проработал, и потом все, занимаюсь энергетикой. И отец мой тоже был. Вот. Второй... А сын не стал. Не стал. А то сын теперь энергичный. Вся энергия. Это все, она никому такая не нужна. Хорошо. Вторая страница была. Папа, отдельное исследование. То, что папа считает, что нужно когда-то поставить памятник гражданским людям, погибшим во время войны. Потому что гражданских людей погибло 17 миллионов до сих пор во всех странах, России, Украине, Белоруссии и так далее. До сих 19. Пор нет никакого 19. Вы знаете, даже. Что всего в войне погибло 26,5 тысяч миллионов Советского Союза. Из них 8,5. Это в любом месте вы можете в электронной книге памяти посмотреть. Они были участниками Красной Армии. А остальные 19 никто не знает. Ничего, ни одного памятника. Ничего. Вот папа 10 лет борется за какой-то памятник. Не только папа, а десятки. У нас уже вот 3 тома книг, писем всяких, обращений к правительству, ко всем, что надо их вспомнить как-то. В Америке 300 всяких памятников Холокоста, музеи Холокоста. У нас ничего. В любой стране, вот мы с ним ездили с Юрой, в любой стране есть музей сопротивления. У нас ничего. Ну, у нас в Киеве тоже есть музей Холокоста. Ну, вот Холокоста, да. Ну да. Но тоже памятник и музей. Какой? Не, ну Холокоста. Да, это как Матвиенко была в Тель-Авиве, прошла там чудесный памятник, это музей Холокоста, она говорит. И у нас тоже есть музей Холокоста. А вот что у нас такой же Холокост, ведь 6 миллионов погибло. А у нас 19. Не у нас. В России, Украине, Белоруссии. Если их похоронить, то как раз будет кладбище от Калининграда до Владивостока. И ничего не есть. Папа просто имеет в виду, что надо почтить память гражданских людей, которые... 3 месяца назад, наконец, Госдума приняла решение... увековечить. Ну, почему-то написал 13 миллионов. Куда остальные делись? Ну, неважно, папочка. Поэтому ну, то есть, это важно, было... ужасно, но просто так, это... Все, давай. Это... И потом вот папа это перешел... Это третья страница, третья, это самая энергия, которая переходит, это самое. Так, вот теперь все. Пошла твоя, это самое. В науке нет. Это Света нарисовала. Лампочка Ильича. Лампочка Ильича. Вот, печная шикарная. Вот первая материя. Вы хорошо сказали, что дана в ощущениях, но все говорят, что материя имеет вес. А все остальное это не материя, а энергия же не имеет вес. Вот если вы провода из электричества и без электричества будете взвешивать, там нет веса.
и долго других вещей. Ну, то есть, начни с Ленина. Здесь написан Ленин, пап. Здесь написан Ленин. Материя есть. Да, вот ленинское было, я его немножко изменил. Я написал, что, во-первых, не философское, не только философское, но главное физическое. И, во-вторых, что оно проверяется практикой. Все проверяется практикой, то есть коллективной практикой. Вот, если... Ну, это ладно, в материи вроде все понятно. Но, ты же сам говоришь, ощутимо, здесь у тебя написано, ощутима ли материя физически? Ощутимые объекты 5% от объема мироздания, и правильно? И далее идет, ну хорошо, материя и вещество. Ты говоришь, давайте назовем ощутимые объекты веществом. Ну, это то, что имеет атомную структуру. Оно так примерно и называется, вещество или вещественные тела. И оно, значит, составляет, вот я даже не ожидал, 5% всего. Из них 4% это всякие газы, там гелий и прочее. И только 1% вот то, что у нас. То вот, есть из всей Вселенной 1% ощутимое вещество из всей Вселенной. Не вот понял, это... материя и вещество, это же одно и то же. Вот нет. Что? Папа считает, что это разные вещи. Это да. Самое... Если можно вот. Ощутить. Вот. Да, вопрос. Да. Материя и вещество это одно и то же, говорит Наташа. Ну, более-менее. Материя, если можно ощутить. Материя не только вещество, вещество, не только материя, а еще и вещественное тело, имеющее атомную и даже клетчатое и там строение. Структура, да, это, да. Конечно, это, конечно, материя. Поэтому вот папа решил так. Материя равно Вселенная, которая состоит из вещества и невещественной материи. А вот самое сложное из этих, это понятие энергии. Оно какого только не имеет значения, но своего основного значения у него нет. Что такое энергия, никто не знает. И я это объясняю тем, что, когда вот, если вы послушаете хоть немножко еще, энергия образует все во Вселенной, все из энергии. То есть это основа, это фундамент, а у фундамента не может быть определяющего слова, он снизу начинается, поэтому может быть нет определения. Ну и второе, что же это такое, да, вот здесь много всяких, значит, уже ученые проложили дорожек, самое главное, что известно строение вещественных тел, да, у них атом, а после атома, а после атома идет деление на электроны, которые в позапрошлом веке, потом открыли в прошлом веке нейтроны, протоны, и говорят, вот уже это следующее, знаешь, и тоже все последнее. А Ленин, который ничего не понимал в физике, вдруг сказал за счет озарения, электрон также неисчерпаем, как и атом. И сейчас уже 400 энергочастичек открыт, свыше 400, уже не знает, как обозначать, и штрихами, и альфа, бета, и в общем, все кончает. И вот это идет, и видно, что это бесконечное деление, и вот их я назвал энергопылью. Уже вот это, да. Какой-то, причем, хвост, что это. Я считаю, они не останавливаются, деления, но энергопыль – это то, что, по-моему, удобно вот для создания чего-то, да? Например, в Библии написано, Бог видите, да, это у меня человека там. Из пыли. Есть, правда, другой перевод, из праха. Я все искал, почему из праха. Ай, ну, папочка. Прах – это и пыль. Сейчас. А оказывается, прах – это и разные. Ты поговори, пыль. Я сейчас пытаюсь, у меня здесь технические эти самые неполадки сейчас идут. Сейчас. Вот, написано, Бог создал человека. Вот я назвал энергией, и это, наверное, действительно так, это совокупность всех этих энергопылей, которые... Значит, разных видов бывают по способу действия, а не по разному действия. И сколько видов, мы их даже и не знаем. И дальше, значит, следующее было уже самое главное. Меня спрашивают, ну хорошо, вот, да, можно закончить чем? Вселенная еще третья, да? Вселенная, это вот я считаю, все, что есть материальное или сущее в мире, вот это объединяет Вселенную. И тогда... Значит, можно сказать, да, еще, я много занимался энергией, определил, что энергия есть проводник.
Ну и вы сами понимаете, вот от солнца к нам как попадает энергия, она же не может без проводника. А между нами вот эта энергия находится, там световая и так далее, она проводит эту энергию к нам. То есть энергия является проводником. А второе, значит, если смотреть на нее вот как проводник, то у нас известно, что из любой точки, куда мы уже запустили свои корабли, приходят эти самые сигналы оттуда. То есть через этот проводник они идут беспрепятственно. То есть поэтому можно сказать, что во Вселенной больше ничего нет, кроме энергии, потому что вот этот, как его был физик известный, он говорил, есть вообще-то пространство или пустота. Но вообще-то он сказал в конце, как его фамилия, забыл, Хокинг. Он сказал, что вообще-то я считаю, что это хранилище слабой энергии, пустота. И получается, что... То есть Хокинг тебя подтвердил. Да, он фактически... То есть практически вот, вот папин основной постулат, да? И что Вселенная это океан энергии. Вселенная это энергетический океан. Ну скажи мне, твой основной постулат вот здесь вот, вот. А, нет, это тоже, да, ну, это я уже говорил, что материя есть то, что ощутимо, энергия-то вот засунь туда пальцы, и она ощутима, то есть... Энергия материальна. Вот это самое тяжелое было дело в 1902 году, когда Ленин написал свою материализм и империю критицизм, да, то самое главное, он везде отрицал вот физическую, энергетическую физику Освальда. Он говорил, что ну что же он говорит в материи, энергия материальна. Как? Это все равно же сказать, что черти существуют. А я считаю, что и черти существуют. Так что это было уже. А вот теперь, значит... То есть ты на стороне Ленина. Освальда, а не Ленина. Да? Ты на стороне Освальда, а не Ленина. Я на стороне Освальда, к сожалению, потому что у Ленина мало было. Он интересно сам... Так он дилетант в этих вопросах. Вот, да, он дилетант, но вот он что-то сказал интересное, но он сам сказал в той же книге, у него такая есть. Мы знаем, что что-то бежит по электропроводам. А, что-то материальное бежит. Но что это, мы не знаем. То есть он там проговорился, что что-то материальное идет. Вот. Значит, то есть практически это основной постулат папиной, да, скажем так, концепции. Энергия материальная, и что мир или Вселенная – это есть энергетический океан. А дальше, если вы верите в закон, который к нам пришел через озарение этой... сохранение энергии, да, там, или как он Ломоносов его формулирует и так далее, то можно сразу сказать, что энергия это Вселенная бесконечна. Если там у него конец есть, то энергия выплескивалась куда-то. И вечно, потому что энергия не возникает вновь. Из ничего не исчезает бесследно. Вот это одни из таких вот тоже постулатов, хотя это для меня не главное. Вот да, все. А теперь вот второй, самый главный вопрос. А как же в этом океане что-то происходит? Как там создается все? Да? И вот здесь у меня всякие были тоже озарения. Вы знаете, нерест рыб, да. Вы знаете, папа, что такое озарение вообще-то? Да? Это когда ну, у человека вдруг в сознании неожиданно какие-то знания, которые не поймешь откуда. Да? Вот как у Ленина про электроны и так далее. И мне пришли какие вот озарения в связи с этим. Да? Первое, я прочитал Библию, там написано, и создал Бог человека по образу своему, по подобию. То есть вот это вот подобие, по которому все создается, оно видно идет, это видно легче создавать и так далее. Значит, поэтому можно сказать про энергетический океан Вселенной, что подобно земному, там есть для... Как у нас все в океане это было? Во-первых, в Библии написано, что все началось с океана у нас на земле, да? А во-вторых, там все создавалось за счет всяких силовых потоков, там, течений, водопадов, водоворотов. Вот, знаешь, первое, я теперь решил, что в энергетическом океане то же самое все есть. Действует энерготечение, вот у тебя написано, заводи. Самое омуты. Интересное, я все всегда спрашивал, и никто не знает, как Земля-то или другие планеты крутятся вокруг.
А вот я написал, необъяснимое пока вращение планет вокруг своей оси происходит не вокруг, почему? За счет водоворотов, энерговодоворотов. Они попадают в это, больше никак не объяснишь. Это первое, значит, вот такое, что силовой океан. И второе, это, значит... Так что создается вещество. Мне, как специально, вот я сидел, думал, ну как же действительно. Показали, вот как я написал, рыбья любовь, да, как в заводь заходят эти самые, мечут икру и волоку пут. И уходит. А она сама как-то вот движется, значит, встречается. Встречается, соитие происходит, и новый род рождается. По-другому трудно объяснить, что это, значит, неразумное такое вот движение. И таких разумных я намного вот в книге привел примеров. Например, даже одноклеточные амебы, да, вот ее кладут перед лабиринтом. И компьютер. И в лабиринте находят вот здесь сахар, знаешь, кто быстрее, она проходит быстрее, чем компьютер находит этот ход. То есть разум есть у всего. Вот так получается. И вот это второе, да, значит, что все в мире разумное в определенных пределах. Мы тоже ж ведь имеем разум не абсолютный. И вот за счет этого происходит, значит, творческие процессы, то есть энергия, она с одной стороны, как руководит это самое, она властелин Вселенной, как энергия океана, а второе, она творец во Вселенной, вот что такое энергия. И, значит, отсюда еще... Энергочастички, энерготела, ты должен объяснить. Вот да. Другое, это, может, я сказал тоже, как мое открытие, что оно не просто создает вещественные, связанные, вот, а гораздо больше находится энерготел, когда просто энергия соединяется, не создавая атомные структуры, их очень много, вот, вы мечтали про радугу, это же то же самое, огонь, значит, потом, ну, полно всего, можно, вот молнии, может, вы знаете, я вот там написал много случаев, когда шаровая молния прилетала куда-нибудь, например, на стадион, и убивала каких-то игроков, которые, знаешь, ну, то есть она обладает... Избрана тоже. А в ней ничего нет, тоже никаких структур. А ну, она тоже разумная. И второе, вот это вот энерготело. А меня не убила шаровая молния. У Юры шаровая молния. Я вам рассказывала. Нет, все слушаю. Это во время, так сказать, дискуссии. Какой ты, Юра? Нет, ну, представляешь, на него вот так остановиться и свернуть. Ну, хороший человек, потому что... Она не имеет тоже никаких там атомов и прочее. Вот такая пульсирующая. Сгусток, да, сгусток. Я считаю, что душа тоже... Это такой же сгусток, причем его и находит иногда этот сгусток там на кладбище. Ну тоже разум уходит. Есть, значит. Да, ну вот у меня. Вот и все, собственно. Не-не-не, давай, энергетическая троица, пожалуйста. Там много всяких мелких открытий, например. Ну, понятно, когда все энергия, да, и, например, вы из энерготела, а внутри нас еще энергодуша. То получается полное единство. Вот сейчас в прошлом году три ученых получили Нобелевскую премию за так называемое, как она, слово-то у них, за запутанное, да, запутанное единство. Они определили, что люди друг друга чувствуют. Квантовая запутанность, да, папа. Квантовая запутанность. О, квантовая запутанность. Что люди там чувствуете. Ну а вот эта энергия, она единая, все из нее, все, и поэтому, конечно, можно понять. Но все-таки троицу ты построил, расскажи про троицу. Троицу, это я просто вот по подобию. Сейчас, подожди, прения потом, саду, сердце. Это не главное насчет троицы, просто как подобие есть в этом самом удастся. Я думаю, что есть, значит, и такая же энергетической троицы. Ну, первая энергия, это вот властелин и творец. Вторая, видно, есть течение разумной энергии. Я даже написал, не знаю, откуда я взял, что на мое 150-летие откроют эту разумную энергию. Мы же открываем понемножку, да? Которые все вот... Ну, энергия пылинки. Никто не будет отрицать, что везде
действуют объективные законы. Вообще удивительно. Так ноосферу давно уже придумали. Что? Это и есть объективная ноосфера. Ноосфера. Да, зачем 150 лет? Я не знаю, откуда вы эту сферу кто-то придумал, а я тоже придумал. Но нет, очень трудно сказать, что какая-то сфера одна действует. Я думаю, это целое течение энергетическое разумное. Вот. И, кстати, когда к Сталину обратились, он был как бог после войны, и сказали: Иосиф, нам некоторые объективные законы мешают, не можете ли вы их отменить? И он написал свое последнее завещание, значит, называется у него книга «Экономические проблемы социализма», написал, что объективные законы мы только можем познавать и ими руководствоваться, а отменить мы их не можем, да, не получится. И вот, значит, эта троица, я говорю так, второй вот разумный, а третий, я считаю, энергодух. Это вот то, что душу-то приводит вам когда-то в какой-то момент, я вот все никак не пойму, но, наверное, в момент зачатия, что ли, это самое, она входит. А может быть, когда все-таки уже появляется какой-то там... Это как птицы гнезда делят весной. Ну да, но... Гнездо есть, слилось, и все. Без закономерности. Не, откуда-то она приходит, и причем душа это... Ну, четко это первый навигатор, да, которого, в котором даны вам пять параметров основных. Это ДНК, значит, язык, нация, раса и пол. И пол. Вот это пять, и все они даются в совершенно новых сочетаниях, да, то есть ничего не повторяется, и вот это вообще разнообразие, как Гёте сказал, что каждый человек это вселенная, да, ведь каждый действительно имеет необычное разнообразие, и это может быть говорить о том, что с нами проводится какой-то эксперимент у нас на планете. Не, ну, это папина концепция. Не, ну папина концепция, видишь, это самое сакральный эксперимент по совершенствованию. Вот, смотри, вот. Ничего страшного. Это хорошо, причем... Как-то не туда идет. Я считаю... Это другой дело? Я-то не против экспериментов. Для улучшения. Это не дарвинская теория, а это действительно нас создают. Но с другой стороны, я везде считаю, это считаю... Можно открыть прям вот дверь. Митрополит Кирилл говорит, что мы не под судьбой живем. Мы свободны, но немножко нас где-то иногда корректируют. Вот для корректировки, я считаю, нам присылают энерготела в виде богов и божественных структур, да? Которые удерживают в примитивной стадии человечество от того, чтобы оно себя уничтожило. Ведь четыре предыдущих цивилизации себя уничтожили. Папа считает, что четыре цивилизации уже уничтожились. И сейчас мы находимся вот-вот-вот-вот. Как сказал недавно этот, как его, секретарь-то генеральный Гутерриш, он сказал, что мы никогда не висели так над пропастью. Мы чуть-чуть, и мы, значит, погибнем. Надо как-то остановиться. Вот я считаю, что нам да, вот, там через меня, ну, наверное, еще сейчас многие пишут, если вы читаете YouTube, там про энергию многие сейчас. Вот это дано, чтобы мы немножко чуть-чуть сообразили, что такое энергии, потому что как они все погибали, ведь остались черные ветки, обугленные камни, обугленные ядерные энергии. Были, потому что человек проникал, умел, значит, энергию использовать, там, в том числе, а это у него еще слабовато, он не мог остановиться, каждый чего-то хотел свое и погибали. Вот я думаю, нам эту энергию дали для этого. Поэтому я написал одну книгу даже в виде, можно сказать, религии. Религия вообще считает вот именно оружие этих богов, которое основано на богобоязни. А я написал как раз религию энергославия, назвал, причем это тоже мне откуда-то пришло. Назвал, что она дана нам для того, чтобы вот мы расширили свои знания и понимали, как мы должны с энергией с этой жить, сотрудничать и использовать ее совсем. Ведь сейчас мы используем в любом случае, получаем какие-то нежелательные все-таки эти самые, или природные катастрофы, или какие-то газы идут там и так далее. А вот Тесла, он уже почти научился как-то так
говорят, брать эту энергию прям непосредственно от того, что она есть. Ура! Все, вот, все, смотрите. Все, спасибо. Я вас немножко занял. Если какие-то вопросы есть, у меня, кстати, есть простые книги, брошюрки, можно сказать. Они называются «30 шагов и 30 пунктов к владению величайшей тайны Вселенной и ее энергетической сути». Ну, такая вот, просто познавательная, чтобы взял, прочитал. То, что я сказал, и меня... Ты расскажешь, у тебя первые, все четыре книги там лежат. Первую папа написал на 400 страниц, вторую на 100, третью на 50, и четвертую, это все одна и та же идея, но она все сокращается и сокращается. Первую, как все пишут, наверное, и вас многие, наверное, пишут, просто собираешь, как у нас называется, ну, у всех писателей, стагуешь, да, у всех данные. Систематизация. Которые нет, ну, больше, ну, систематизация того, что есть, вот этой кучи, да. Последняя уже будет. Вторую я взял и написал. На одной странице. А потом уже просто для того, чтобы стало понятно, потому что я отдал эту книгу, все даже четыре, ректору Геннадию Николаевичу Московского аналитического университета, он теперь называется, который я окончал, и говорю: Геннадий Николаевич, готовьтесь назвать первый в мире институт или университет энергии, а не энергетический, а энергии, институт, да? Энергии. Он ее читает, правда? Очень медленно. Я сказал, даже шофер так заинтересовался твоей книгой. Отдал ее в Академию наук. Значит, обещали. Скажи, что они в Ленинке лежат, естественно. Отдал Батурину, академику, который летал, то вы знали, наверное, Батурину. Он сейчас возглавляет институт физики. Ну и рядом специалистов, например, вот мой хороший знакомый Павел Безруких, он доктор наук, он возглавлял департамент науки Минтопэнерго, то есть он связан с этим. Ну, жду ответов. Если у вас делать будет нечего, может, меня тоже раскритикуете и поможете. Да, папа ждет критики. Между тем, папина энергия вот провела его, как выяснилось, с 21 мая по... собственно, сегодня по 68 местам на периодическом периоде по острове. Поэтому папочка всегда может рассказать, вот где он был. Интересно, вот действительно она как-то действует, да, и мы опаздываем куда-то, где у нас там, или еще что-то. Я говорю, ну сейчас. Вот, энергия сработает. У меня даже я палку купил здесь, да, написано энергия. Еще одну палку, где? И вот я расскажу такое еще печальное, у меня очень хороший друг был школьный. Раз и что-то на него нашло. И вот нет, не надо, не буду. И через месяц он умер. Ну, я потом нашел в одном из его этих, у него такие слова, значит. Вова, книга очень опасная. Я чувствую непрерывную заботу о себе, но в то же время чувствую, сделаешь неверный шаг и упадешь. Он написал в тартарары почему-то. Юра не стал, и так это жалко, мне, не знаю, связано это с моей книгой. И второй тоже, Миша Трошин, тоже очень много работал. Папочка, ты тоже не объясняй людям, что читай, они будут начать читать и там типа того. Я просто хочу немножко напугать, чтобы они не думали, что это просто так. Поэтому лучше пока исследуйте папины самое путешествие. Еще что я хочу сказать, что... Нет. Просто говорят, я в 17-м, ну, после 9 класса решал, куда мне идти учиться. Попалась мне книга об академике Шмидте, и написано было, что вот он примерно в моем возрасте создал план на всю жизнь, выполнял и стал великим академиком. Вот ты, и Шмидт. Я с дуру начал писать план и написал, ничего об этом не понимая, узнать, что такое понятие энергии. Вот у меня эта книжка есть с этим планом. Интересно, откуда это вот мне пришло? Это в каком году было, папочка? Это 52-й год, 52-й год. Вот, 71 год, папочка, и наконец. А потом занимался вот всякими, ну, работал я в энергетике, и вот пришло, не знаю, что это пришло, то ли как это. Озарение. Психологи говорят, уже не соображаю, и поэтому вот написал такие вещи, да? В том числе... К
книгу, если вы увидите, написано «Заветы от Владимира». Мамочка, ура! Я могу же? Могу же быть чокнутым. 87 лет-то можно быть чокнутым? Не чокнутым, они как все. Ура! Спасибо, папа! Дом Леванте у нас называется. Восточный, то есть. Не надо нам роста. И высоту, и вот поменьше служили всякой умной, а больше наслаждались жизнью. Вот она какая здесь красивая. Я все ищу, что можно добавить к этой вот красоте, чтобы сделать рай. И никак ничего не придумал. За вас, за ваше здоровье, за ваше... Он уже сделан. Спасибо. Говорит, как пишет. Спасибо, Наташа. Знаете, что, вот когда уже мы, во-первых, начали слышать о ваших приключениях, мужских приключениях с сыном, когда вы проездили по части Испании и Португалии. Я не поняла, что за мужские приключения с сыном были. Мы в моё просто ездили. Да еще в Голландии сходили на улицу красных фонарей. Ну, а перед этим же вы с Дульсинеей там фотографировались. А, с Дульсинеей на коленях я стоял. Да, да. И вы знаете, что у меня действительно вот ваш пример... он вселяет надежду, да, и оптимизм, точно, что все-таки можно. И вот такая ясность ума, памяти, такой энергичный. А вы думаете, с ясным умом можно такую сочинить энергию? Чувство юмора такое. Знаете, я понимаю, что вот есть у нас все-таки... не только у нас в мире вот такие примеры, которые могут заражать своей энергией. Ну и для нас, для всех присутствующих, вы не просто пример, но вы и повод для оптимизма и надежды. Я пью за вас, как по-английски это называется ролевая модель. То есть вы для нас... Пионер всем ребятам пример. На которого мы смотрим и хотим стремиться. Я думаю, ролевая — это какие-то роли вот играют. Мечты, мечты. Ну все равно спасибо. Влад, обалдеть. Падушки порожни. Министр энергетики Советского Союза. А я был, это на Кубе было. В 1974 году. И вот разговоры пошли, значит. Может, в 5-м. И он говорит, Фидель, Петро, вот так, вы очень энергичный человек. Вы, значит, шли, он действительно шел, значит, где будет строиться атомная станция. И он хотел вбить кол в пустыне, можно сказать, где вот эта станция будет строиться. Ему говорили кубинцы, мы несем с собой водку там или коней, значит. Давай здесь, Петр, какая разница? Нет, пойдем, значит. И говорит, вы действительно очень энергичны. Я объявил соревнование среди своих министров. Вот если вы приедете, не увидите Доменича, а Доменич был министр тяжелой промышленности, Бельтрана. Вы не думайте, что я их расстрелял. Просто они не выдержали с вами, а мы все так и присели, да? Он так небрежно сказал, вы не думаете. Так что вот соревнования можете объявлять то же самое.